я скажу так, на всех коллегиях Минсельхоза, Минпромнауки бывшие, да, мы всегда выставлялись первыми на всех выставках. Анатолий, скажи, и комплекс мы возили каждый год, каждый год нам давали золотую медаль. Человеками, и каждый год мы собирали людей, аудитории, доклады. А и это развивалось. Это не развивалось, это, просто, это был момент. Просто пиар наших министров, которые просто вот раз в год для того, чтобы отчитаться за потраченные бюджетные средства, которые они там разложили по полкам каким-то. По карманам. Вот для того, чтобы хоть что-то показать, они показывают уже систему, которая уже это вышла. Это вас и сейчас тоже, да? Сейчас уже просто мы не ездим уже никуда. Скажи мне, пожалуйста, и вот с министром сейчас сельского хозяйства вы уже даже не общаетесь, похоже, да? А дело в том, что Минсельхоз, он просто не заинтересован в этом. Я не вижу заинтересованного. Был Андреев, вот, у них в управлении науки. Мы для них создали комплекс. А сейчас, подожди, кто сейчас министр-то у нас? Гордеев. Гордеев. Ну, хороший человек, но он... Хороший человек, он, это не, не, он, еще ничего. Есть понятие править и управлять. Две разные вещи. Он управляет, но не правит. А когда Андреев нас финансировал, это было управление науки, и мы ему сдали по госконтракту работы, то Минсельхоз остался нам должен за выполненные работы, за сданные выполненные работы, порядка 170 миллионов рублей, я уж не помню, порядка. Называйте, называйте да, суммы, да. Анатолий, потому что все пишется. Вот, и все это будет сделано потом в диске. Но мы, я думаю, что мы сейчас, я думаю, другим путем пойдем. Мы сейчас пойдем путем на базе этих технологий, потому что эти же технологии очень хороши для хранения особо дорогого вооружения, там, боевой техники, например, самолеты, крылатые ракеты, там, приборное оборудование. Абсолютно одни и те же технологии, одни и те же комплексы. Это мы сейчас работаем над материалами, из которых сами хранилища. Мы отработали пенокерамику, отработали значит, спецматериалы, которые делают хранилище радиопрозрачным, которые не позволят там крылатой ракете. Вот сейчас, если крылатой ракеты распустить по элеваторам по нашим, мы без хлеба останемся первую же неделю. Все сгорит. Ну, просто 700-800 элеваторов вот, в стране больших, все, и все сгорит. А это значит, что надо уходить. У американцев-то нет. У нас крылатых ракет не хватит, например. Ну, если мы с Америкой будем воевать. Ну, конечно, мы с ними не будем воевать. Я говорю, к примеру, а у них это модульное не по миллиону тонн элеваторы, а там по 5000 тонн, по 10 тысяч тонн. Но по всей стране. И у них еще одна хитрость есть. Вот есть урожай, есть годы, когда урожай там в два раза больше, чем предыдущий урожай. Да? И у них всегда по положению, мобилизационной там развертки, всем их нормативам, у них обязаны хранилища быть в 2.5 раза больше по емкости, чем они обычно собирают. Это на случай, когда вот идет прет урожай, ну некуда девать. Ну, вот, да, они заполняют, тогда на следующий год может урожай не быть, но зато зерно у них есть. И дальше у них тоже интересно, что сельхозпроизводитель, то есть вот тот, кто кооперативом управляет зерновым, он имеет приоритетный выход на зерновую биржу. То есть он загрузил свою емкость и не продает зерно. Он на биржу делает заявку, биржа, так сказать, по всему миру работает. И зерно куда-то отгружается. Потом просто к нему приходят деньги, приезжает человек уже с техникой или с железнодорожной, или с автомобильной, забирает его зерно, оно уже продано. Для этого работают брокеры, прекрасно биржа работает, поэтому у них нет проблем со сбытом. У нас же, я сказал, что никто не покупает в сезон сбора наше зерно. Так вот, хотел бы я сказать о том, что как можно эту систему, так сказать, поднять, вот, индустрию. Первое, необходимо по-любому нашему государству для обеспечения армии, авиации, флота, потребности МВД, потребности государственного резерва, необходимо создать новую систему именно под эгидой государства, именно государство, под эгидой, чтобы было да? владельцем этой системы, новую индустрию значит, стационарных систем, транспортных систем и систем другого базирования. И эта система должна быть системой двойного назначения. То есть она что может значит, хранить да, двойного назначения. Она может хранить в одном и том же корпусе с одной и той же ну, с одним и тем же оборудованием и фрукты, и особо дорогое вооружение. Приборное. Все вместе, все ну потому что если мы кислород убрали, мышей уже нет. Уже кабель никто не выгрызает в танках. Это значит, самолеты будут в 10-15 раз больше. Хранится у нас в замороженном, как бы, ну, то есть, как законсервированном состоянии. Подожди, я не поняла, что при каждом военном комплексе, где самолет, тут же еще все вместе делать... Немножко не так. Нужна система, значит, новая система
значит, хранение комплексное, которое охватывает армейские склады, там, дивизионы, армейского хранения, дивизионного хранения, подчинения, подполкового подчинения, батальонного подчинения. Все это целый типоряд различных хранилищ, различных назначений. Все это создано из новых материалов, все это может использовать как блокхаус, то есть как комплекс. Нет, но это не вместе овощи крепость. Там с этим, а нет, овощи здесь, это там. Ну, камеры, ну, в одно, камеры, в одних и тех же материальных системах может хранить что угодно. Угу. То есть так же, как вот в одной и той же камере вы можете хранить и клубнику, там, и малину, там, и жимолость, и яблоки, и помидоры. Угу. Да, также вы можете там же хранить. То есть, если она освободилась, допустим, конечно, из-под конечно. Яблок, туда можно поставить самолет. Да, в том числе и импортную продукцию. Угу. Потому что, например, мы сегодня имеем поставщиков-монополистов, которые поставляют нашу продукцию. Но ежели мы, например, взяли большой корабль, какой-то оборудовали трюмы, регулируем указанными средами, уплыли куда-нибудь на этом корабле, там, в район там, Филиппин, или Индии, взяли там плоды манго натуральные, то есть не зеленые, как нам везут. Да, вот эти, которые есть которые невозможно. Есть невозможно, а настоящие плоды, которые спелые. Вот, или бананы, там, или что-нибудь иное. Привезли спокойненько. На нашей территории разгрузили, запакетировали это. Скажи мне, пожалуйста, Анатолий, помимо вот этого всего, вы разработали общую систему вот взаимодействия коммуникационного, да? Да? И это тоже есть. Не просто существует не просто модели самоорганизации, потому что рентабельность таких комплексов настолько велика, что комплекс, ну, то есть сама программа развивается со скоростью 2 степени n. То есть одно зернышко 2, 4, 8. То есть со скоростью вот такой множество. А n это годы. Да, то да, есть, понятно. 2 степени n. И по своему развитию, то есть эта программа может свое тело забрать там, до 600-800 офицеров запаса. Это новая система коммуникации, охраны коммуникации, это контроль, это информационные потоки, финансовые потоки, это централизация всех систем. Но самое главное, что колхозы и совхозы, или производители продукции, они с удовольствием просят, дайте нам хоть в лизинг. То есть лизинговые модели развития, они вообще великолепны, потому что получается так, что система длительного хранения не что иное, как банк. Банк. Ну, как банк, да. Только банк не денег, а банк той энергии, которая от солнца накапливается. И яблоки, в этот банк закладывается продукция, и так как она гарантированно сохраняется, то под эту продукцию можно гарантированно взять финансовый кредит, короткий. Абсолютно верно, да. Построить еще одно хранилище, и на следующий год еще. И вот реинвестиционные потоки, если их создать по этой программе, это будут самые мощные. Так вот, мы считали, при развитии этой системы мы можем увеличить рентабельность в растениеводстве в 6-8 раз в сельском хозяйстве. А в зернопроизводстве где-то в 3-4 раза можем увеличить. При этом тот банк, который будет оператором этой программы, это будет самый сильный банк, потому что этому банку будет подконтрольны физические объекты, физическая энергия, физические продукции, которые закладываются на длительное хранение, в комплекс хранения, и дальше доводится эта энергия до потребителя. Тогда ни одна система не сможет конкуренции выдержать с этой системой. Вот можно это то, что я увидела? Допустим, я банкир, и я говорю, слушай, Анатолий, я тебе даю вот деньги, ты строишь в одной области пока вот все, что необходимо, и потом она начинает, исходя из вот того, что там хранится, как-то множится это само уже. Ну, есть вот стационарная система, которая в районе... И банк будет тоже получать от этого свое, так скажем. Конечно, есть стационарная система, которая в районе выращивания продукции, да? На юге, там, это, например, Санкт-Гигант, там, или Тамбовская область, или там, Белгородская область. А есть буферная система вокруг городов, то есть вокруг городов. Ну, в 5-7 километрах вот окружили буферными системами. И переработка, опять-таки, то есть в эти буферные системы идет постоянно подкачка с региона. То есть идет потребление и подкачка. Нормальным темпом. И там же вокруг этих систем образуется вся система переработки, там, производство живых сок. Тут же сразу. Ну да, да, ну прям там же. То есть это небольшие промзоны, не промзоны, ну такие. Здесь же можно объемный рынок сделать какой-то. Торговля. Подожди, такой момент. То есть ты как бы говоришь, вот сейчас соки там и все, это не опираясь на тех уже, что есть частников? Нет, абсолютно. У нас вот нет соков. Персонально.
У нас есть концентраты, притом очень вредные концентраты. То есть это называется, как бы от одной точки идет размножение вот такой всего и вся, да? То есть из одной точки, как новая вселенная разворачивается. Можно одну точку, а вот нормальное государство, оно таких точек сотни сразу сделало. И чтобы оно начало расти, как... Естественно. Когда мы говорим о том, что деньги с ЦАП-фонда некуда девать, вот говорят, давайте дороги строить. Хорошо, дороги хорошо строить. Давайте сначала... разберемся с сельским хозяйством, с основным, то, что людям сегодня надо. То, что каждый день. Более того, государство, имея в руках и выводя в собственность там, через 5-7 лет лизинга первую систему в собственность производителя товара, то есть продукции, потому что если эти системы спекулянт заберет, конец сельскому хозяйству, будет руки выкручивать. Монополизируется этот рынок, конец всем придет. Только, тот должен хранить, тот производит. А продавать должны кооперативные системы, опять-таки. То есть это все-таки должна быть, инициатором должен быть кто? Государство или может банк быть? Вот да я бы сказал так, банкир. Что умный банкир, конечно. Один умный банкир может стать... Если он потянет это дело. Если он потянет. Конечно. А вот первое вложение, извиняюсь, которое вот необходимо банкиру, вот какие они должны мы быть? Когда считали по Ульяновской области, мы с губернатором уже там договорились, все, там земля есть, где строить. Вот, на всю страну, вообще-то смешно, да, ну, порядка 30 миллионов долларов достаточно на всю страну, чтобы запустить программу и удваивать капитал. Капиталы финансовые, промышленные, и производственные, и технологический капитал каждые 2 года удваивать. А почему остановилась в Ульяновской области? А потому что у нас в стране нет инвесторов. Нет инвесторов. У нас есть ростовщики, а нет инвесторов. А, то даже есть государство это, не имеет возможности выступить инвестором. Угу. То есть банк должен быть дать это суду в длительное и малопроцентное? Не обязательно, нет. Наоборот, высокодоходные проекты, да? Здесь дело не в доходности. Здесь дело это же, в том, что... не сразу 10 миллионов, а это на освоение. Да нет, я бы сказал... Сразу, не 10, там, миллионов 30-40 хотя бы. Ну, и сразу. Сразу, надо, начинать надо или вообще не начинать. Поэтому мы ждем такого хорошего, дальновидного человека, который бы начнет с нами этот проект. Этот проект, он закончится на дальних поступах СНГ, там, в Болгарии, там, в Венгрии, везде будут стоять наши базы длительного хранения. Как говорил Хрущев, здесь будут базы. Базы. Да. Более того, вот смотрите, на кораблях флота. Да? Ну да, понятно. Значит, подводные лодки, они значит, видны уже. Все они... отдаленные гарнизоны, там, погранцы. Там, слушай, там, ну ты прямо как Горбачев, то есть этот, как Хрущев. Вот кукуруза, а ты базы. Нет, везде. Он кукурузу сажал, но мы говорим о том, что... ну как так, вот мы гноим 90% на самом деле самое главное, что мы это производим. Но на 10%, которые доходят до стола потребителя, мы накручиваем все накладные расходы этих 90%, которые мы сгноили. В результате у нас фрукты золотые становятся. Золотые, а если мы их храним в систему длительного хранения и взяли их, например, не взяли, а колхоз их запакетировал по договору о совместной деятельности, а не продал. Во-первых, он налогов не заплатил сразу же, да? А с другой стороны, равномерно по нормальным рыночным ценам, по демпинговым рыночным ценам продав, он запакетировал там по 5 рублей в сезон сбора, как он обычно продает, а ему вернули там хотя бы 15 рублей. Ой, это... Ему выгодно тогда развивать конечно. Сельское хозяйство. А ему выгодно с нами работать становится. Да, и картошку садить. Абсолютно и там верно. А так получается невыгодно просто. Потому что в структуре присвоения он не участвует. Угу. За него кто-то присваивает. То есть за него паразитирующие структуры забирают, абсолютно а он пашет, верно. Образно говоря, он работает. И это, конечно, не стимулирует совершенно развитие сельского хозяйства на территории нашей страны. Да, да, абсолютно верно. А здесь создается абсолютный стимул. Да, мотивация. Передать мотивацию. А отсюда и разворот идет и финансовых потоков, и реинвестиционных потоков. Отсюда выстраивается по-новому вся переработка. Вот я пример простой с сахарной свеклой приведу. Вот завод, который перерабатывает обычно, это обычно гигант. Да? Вот он работает раз в год, примерно полтора месяца. Один раз в год. После этого он стоит у нас. Да? Стоит, его надо поддерживать, чтобы не разворовали, его надо отапливать, его разморозить. А стоит он, потому что все, сырье кончилось. Кончилось, и привет называется. Поэтому он гигант, он должен заметить, это огромный объем вал переработки. А если бы мы, так сказать, запакетировали сахарную свеклу в дешевейшие комплексы, которые за год окупаются, я же сказал, за 8 месяцев на самом деле, и потом 30 лет это чистую прибыль приносит,
за счет физического сохранения, не за счет продаж финансовых, и это то же самое, но и за счет физического сохранения свойств продукции и доведения его, возможности доведения до стола потребителя. И вот тогда мы могли бы, например, мощность этого завода в 10 раз уменьшить. Но перерабатывать круглый год. Подожди, подожди, такой момент. Тогда завод-гигант можно не уничтожается, ну, при этом. Да, просто уменьшается его производительность. Ну, и это... освобождается ненужное оборудование, площади там просто. Под что-нибудь другое. Абсолютно тоже, да? Верно. Ну или ставится новый завод, такой маленький, который работает круглый год, где рабочие всегда заняты, где нет, так сказать, угрозы увольнения, потому что вот в этом году рабочий отработал, а на следующий год неизвестно, возьмут его или нет. Где десятки раз снижены энергетические составляющие накладных расходов, где все это в десятки, именно в десятки раз снижено. Это же касается и производства соков, джемов, там, переработки всего-всего-всего, потому что одно дело вот концентрат сделать, сок, а другое дело вот каждый день. Вот мы вынимаем, например, из хранилища 1000 тонн, там по 3 тонны. И свежий сок. И 3 тонны срабатываем в сутки. И разводим детским садам, там, и разводим совершенно живой сок, именно живой, который хранится не более 3 дней. Но срок хранения у него должен быть не более 3 дней. Как у молока пишут? В Тверской бутылке, в стеклянной, конечно, или в иной другой бутылке. Но в стекле обязательно все будет. В стекле, он и вкусный, вот он и полезный. Да? Конечно, у него и цена, соответственно, если его, например, продавать там литр там уже по 20 рублей, это уже выше крыши, прекрасно. Угу. Вот. Но у нас нет такого сока в стране. Нет, у нас все прошло. Нет, ну Лебедяне, вот она делала, Лебедянский колхоз, когда у них хранилище есть же свое, они начали с того, что они начали, как они марку себе раскрутили, начали делать живой сок. Ну не живой, но натуральный, скажем так, приближенный к натуральному. И то это с оговорками. И сразу народ раскусил, что это вкусно. Сок яблочный особенно вкуснейший был. Хотя и в тетраупаковке, но это не важно. А потом они посмотрели, марка раскручена, и начали концентрат подмешивать. Больше, больше, больше. А сейчас они на концентрате работают без проблем. Ну, слушай, здесь вот еще такой момент, Анатолий. Ведь на самом деле начинают некоторые заводы, вот я замечала, выпускать сначала хорошую продукцию, а потом, как ты говоришь, переходят, марку раскрутили, и началось опять вот эта лабуда. Ну, а от этого как-то вот... твоя технология, которая связана с сельским хозяйством, она позволяет избежать вот этого безобразия? Да, позволяет. В области растениеводства и в области зернопроизводства позволяет, потому что просто система не выдерживает, если продукт плохой, он просто не выдержит конкуренции с тем качеством, которое выдает. Я сейчас представлю, на самом деле, длительного хранения. Если все, что высаживали бы, да, те, кто хотят высаживать, и у них есть стимул, то вот производилось бы это такое количество, что у людей было бы, вот называется, вот так, и еще все время, конечно, хранилось и цены бы, да? Пошли вниз, конечно. Вот, естественно, цены пошли бы вниз, этого было бы много, и а потоки на самом деле пошли бы вот земледельцам, чтобы они могли тоже там абсолютно развиваться. Верно. Да. Ну это, конечно, очень все так сильно, то, что. Но это государственная задача. Дело в том, что Союз это задача. То есть вы решали это сначала как государственная задача. Да, но получается. Дело в том, что вот в прошлый раз мы говорили, что государство капиталист по отношению к любому производителю, госкапитализм, чем он отличался от других иных, вот даже не рыночных систем. Госкапитализм выгребал все. То есть закрома государства, он за бесценок забирал все, так же, как сейчас забирают, между прочим. Сейчас зерно забирается, только за хранение зерна, за ответственное хранение зерна берут стоимость зерна. Это то же самое, что отнять. Ну да, то, что отнять и оставить без ничего. Да. Вот сама система, как ты рассказываешь, настолько хороша и настолько совершенна, вот эта система. Но вот такой момент. Ведь то, что сейчас у нас в стране происходит, как стройники, да, у нас есть рыночная экономика и некий непонятный строй. Вот как еще сделать так, чтобы то, что ты вот эти ваши изобретения, это ваши технологии, двойные, скажем, тройные там или какие, чтобы они еще вот пришли в гармонизацию и в взаимный интерес со строем сегодняшним, с политиками нашими, как это сделать? Сегодняшний строй мы называем так, это называется олигархический капитализм. Олигархический. Да, капитализм. То есть, собственно, у нас есть одни олигархи, и при них те, которые вот им смотрят в глаза и ждут, что перепадет какой-то там кусок. Да, с барского стола. С барского стола. И при таком раскладе, конечно, ничего путного получиться не у может. У нас один только вот
капиталист, которого я, например, уважаю, который в Крушавель съездил, его я уважаю, потому что он вложил деньги в водородную энергетику. Молодец. Это кто? Это Прохор. Прохор. Да. Это он молодец. Он действительно он спас науку, он, ну, за свои деньги, или неважно, за чьи деньги. Но дело в том, что институты работают, и средний наш, и общий наш работает. Дело в том, что на самом деле причина-то вся в невежестве. Вот наши, ставшие олигархами граждане, они просто... Они, как это сказать, ну вот уровень, здесь до этого Пивоваров читал лекцию, он говорил, что вот любая система сознания индивидуального, ну скажем, у вас или коллективного, вот ваше коллективное сознание вот сделало нечто, да? Так вот для того, чтобы вас внедрили, нужно, чтобы появилось сознание, которое выше вашего, и тогда оно, о, оно увидит вас, понимаете? Оно, вот я, допустим, вижу, но я не, но вот я вижу своим сознанием, я вижу, что вы сделали, но мое сознание находится не на том уровне, как это сказать, власти и политики, чтобы, хотя кто его знает, если я увидела сегодня, кстати, остров обезьян, если я увидела, допустим, я простой человек, который из народа, да, который просто там занимается телевизионными делами, там, ну, просто творческий человек. Если сегодня увидела я, и мы рассказываем это по интернету, и увидят еще, пусть даже кто-то не поймет, но вдруг, и мало увидеть, надо еще это понять, да? Вот, и к пониманию такому же придут еще несколько человек. Даже 5 человек еще поймут, то уже начнется движение всеобщего сознания к тому, чтобы либо олигархи как-то изменились. Но они не изменятся. Не изменятся. То есть они там все заблокированы, образно говоря. Почему? Просто сознание. На систему жизнеобеспечения даже деньги запрещено давать на нашей территории. Никто не заинтересован в том, чтобы на нашей территории выращивать тоже фирму Monsanto конкурента. Потому что фирма Monsanto уже здесь уже аккредитована. И если они свои хранилища поставят на нашу территорию, конец нам придет. Тогда они будут каждый год владеть мной созданным продуктом на нашей территории. Так, ну, между прочим. Ну, это Монсан, она может там думать чего-то, олигархи тоже сейчас, но есть а еще... А здесь вопрос только денег. Дело в том, что деньги это всего-навсего инструмент, который позволяет или разрешает какой-либо деятельность на нашей территории. Угу. Если деньги не идут в какую-либо отрасль, значит, эта отрасль запрещена. Вот если раньше разрешал, там Сталин сказал, разрешаю, и все шло, то сейчас разрешающим инструментом стали деньги. Получается. Абсолютно. То есть и без денег мы ничего не можем не сдвинуться никуда. Без поэтому... денег рабочий станок не включит, если предоплату не сделаешь. Угу. Станок не заработает, сложный агрегат не изготовишь. Не говоря о том, что очень сложный агрегат изготовить, ну, там, очень сложный. Не изготовишь. У нас все делается по предоплате. Угу. А раз все по предоплате, то даже не смешно говорить о том, что кто-то... Анатолий, такой момент. А вот сейчас вы уже когда перестали ездить и поняли, что от этих министров толку никакого, когда уже вы оказались, вот, образно говоря, брошенными со всей этой махиной технологической, вот вы сейчас на что рассчитываете? А мы рассчитываем только на 2008 год. Что в 2008 году придет. То есть на смену власти новый человек, все-таки, что придет будет новое человек. Государство, угу. Где будет политическая воля, где будет разум. Ну вот я не знаю, у нас тут как раз во вторник будет выступать, у меня есть передача такая «Прямой диалог», и на ней политики выступают. Вот один из них выступал, это Зотов Михаил Семенович, и хотя ему 92 года, но он очень здравомыслящий человек, понимающий. Он банкир, он советник всех банков, но сидит в Темп-банке. Вот и вот куда я стала повадилась, и каждую неделю... туда, как солдат, приезжаю, протаптываю туда пути. Вот. А второй человек, который будет выступать, это Шенин, да, вот, который тоже является собой, ну, он собирается баллотироваться, по крайней мере, на президента. Значит, и вот, когда мы разговаривали, то как раз меня рекомендовал этого человека Зотов. Вот, следующих он там начинает мне рекомендовать. Ну, возможно, вот... Все-таки возможно, что кто-то из тех людей, кто понимает, это не важно кто, да, ну, встанет на пост. И если такой человек встанет, дадут ли ему те структуры, которые сегодня Америка, вот Путин же тут вчера, что ли, сказал уже, да, наконец-то он набрался смелости, слава тебе, Господи,
И вот уже не мальчик, но муж, да, взял, не мальчика, но мужа можно увидеть в его словах, что он наконец-то сказал. Но дело в том, что нас успели поиметь уже по большому счету, по всем, так сказать, разрешили. Mm-hmm. То есть он не понял, видимо, вот сначала позволил поиметь, сейчас только поняли, что нас обманули по всем направлениям. И вот он это заявил. Вот эта заява, она может привести к чему? К тому, что либо мы, ну, военный конфликт вряд ли, либо это война, либо все-таки ну, вот... война, она будет последней войной. Последней, да. И больше уже человечества не будет. И поэтому, по всей видимости, все-таки твой проект, ваш проект, он обречен на успех. Но только вот его успех, он... Отражение, говорят, все в этом мире происходит без сомнения. Каждый день и каждый час, и на нашем настроении всевозможные затмения, излучения и свечения отражаются подчас. И на нашем настроении, и апатии, и рвении, увлечении и влечении, вплоть до умопомрачения, все небесные знамения отражаются тотчас. Ba-da-ba-da.